Ну это, конечно, поражает. О май гад. Всем доброго. Так, всем доброго здоровья, привет. Ну, как... Всем... Музыка, ты где? О, погнали. Все, погнали. Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юля Мишка. Всем привет. Сегодня мы будем играть жижи-мажижи в игрушку под названием... Губис. Да, в общем, жанр вам понятен, надеюсь, но мы знаем, что вы любите жижу-мажижу. Ага, все, отлично. Звучит странно. И, собственно, игрушка примечательна тем, что здесь очень большое количество всяких персонажей, выглядит все очень симпатично, очень большое количество противников, прокачка сумасшедшая какая-то. И если что, заранее скажем, какие-то вещи мы можем не понять, потому что очень много инглиша, да. И вон скорость, это мне понятно. Перевод там вроде не было. Нет, перевода нет, к сожалению. И, в общем, в принципе, вот этот жанр survivals, в общем-то, кстати... Survivors. В общем, кстати, мы попробуем скоро там кооператив подогнали. Я взял электричество, чтобы вот такой цепной... Да, кстати, эффективно. Слизи напился. В общем, по трейлерам там, короче, пипец, целое толпище. Да, можно, знаешь, на самом деле брать все, что дают. Мне все, что симпатично, я беру. Да. По трейлеру там огромное количество на вас противников несется. Опять же, можем по очереди сыграть. Кстати, не забывайте поддержать лайкосиком, если вам нравится контент. И спасибо спонсорам. Все инфу выдал из себя, который. Так, я могу еще какую-то штуку. Ребята, он целый день копил, чтобы это сказать. Это что я могу почитать? Что у меня, да? Все отлично. То есть, сколько у нас атак, сколько чего, все отлично. Супер. Мы скоро уже прокачаемся. И, кстати, сопли собирать надо. Так, съела сфера, дамага, какой-то фрукт, атака, кстати, тоже. Ну, в общем, давай вот фруктик возьмем. Я хочу себя не знаю, как прокачать. Окей, не забывай, что у тебя реально хорошо на толпу вот это вот. У меня бомбочка, работает. Да, ну, это огонь. Только ты себя не загоняй. Слушай, мне нравится, во-первых, в этой игрушке музяка, прям такая, да, сочная. Да, она такая, чильная. В любом случае, не знаю, как вам, но, так скажем, о, это что такое? Ого. Ну, это выглядит Spirit интересно, по крайней мере. Атака 1.5. Пассивка. Сделать... 3 секунды. Ну что-то хорошо. Посмотрим, что-то 3 секунды. О, смотри, какая-то слизь из них потекла, по-моему, если я не ошибаюсь. Раньше такого не было. Чисто их, интуитивно. Да, то есть, когда тебе интересен геймплей, но буквы тебя пугают. Слишком есть... много английских букв. Это факт. Да даже если бы не английские были. Что-то я хотел сказать, и мы сбились. И это... А, в общем, допустим, ну, за рубежом эту игрушку вообще, типа, супер интересуется. Ну, вообще зашла. Этот жанр. Я давно уже и хотел показать. Так, у нас вот фрост какой-то есть теперь, заморозочка. Как будто даже немножко оттолкнуло. Ага, ага. Ну, вот они точно. Теперь, конечно, начинают прям сочной толпой уже идти. О, это еще, кстати, слабые противники. Не думайте, что здесь только такие. О, Миш, прям как Ау, у него после этого взрыв. Кстати, вот сейчас... Знаешь что, ты их разгашивай, уводи вниз, а потом собирай прокачку. Я согласен. Прокачка ведь не исчезает в этих играх. И волны, кстати, не заканчиваются. Так, вот мы теперь спиритом Нумса атакуем. Либо... Атаку. Еще молния, да, типа? Давай вот это прокачаем. Ой, нам надо, знаешь, еще скорость атаки, на самом деле, вкачать, чтобы вот вообще... Вот, уже все, более подрядили. Ты, кстати, скоро относительно прокачаешься. Сейчас кто-то возьму как раз заодно. Вон, катится этот шарик. Надо его вырубить. Вот там братва пошла. Вормс, враги имеют шанс каких-то червей. Такс. Атака. Так, дамага. Выбирай по картинке. Да, огонь. Название. Да не, я на самом деле еще смотрю, что нам более полезно. Мне там понравилась скорость и дальность. Рейндж вот была. Вот этого надо будет. О, он еще по своим. Своих, да. Буцнул. Кстати, интересная схема, если его вот реально дать меня ему бьют, куда меня запуститься. Бьют. Ну да, только я не могу не стрелять. Мы же автоматически сами все стреляем. Ну понятно, но просто отходишь от него ненадолго. О, так. Какой-то транквилизинг. Интересная штука какая-то. Станет врагов на 1 секунду. И дает дамагу 1. Бумеранг. Шанс. Где бумеранг? Как будто блуберанг. А, блуберанг. Это же типа а-ля бумеранг. Ой, меня зажимает.
Новые пошли, да, новые противники. На ножках. Нам нужна прокачка. Сейчас нам нужно возьмем золота. Возьмем. Вон там какой-то типа мини-босс появился. Ой, да, кстати. У него 700 хэпчиков. Сейчас а чё они резко пошли вот такие? Ой, здоровые. Смотри, как хорошо. Ой, как пошло. Хорошо. Сейчас мы наберем. Итак, блупс, взрывающиеся враги имеют шанс 10%, 10% шанс взорваться. После смерти, опыта, да? 5, плюс 5%. Имеет процент вот каких-то червяков. Пассивка. Ну, давайте вот опыта плюс 5%. Побыстрее прокачиваем. Ох, боже, сколько их тут. Упёрли. Вот этих бублик. А чё, он хилится или мне кажется? Да, я не знаю. Вот, бумеранг вылетел, кстати, сейчас только что. Что-то пошло. О, а вот это дядя какой-то быстрый. Ну все, нам сейчас тут, конечно, написось. Надо. А вот это неожиданно. Так. Чайн. У нас цепная молния. Так, Хейла. Либо экстра дамаги за каждый потерянный П. Ну ладно, конечно, такая. Либо можно молнию было, а чё ты? Ну согласен. Чё, как он быстрый-то? Вы чё меня тут подогнали? Вот, сейчас с них, конечно. Болотная жопка. Вон какая-то арка вообще непонятная. Это что за... Ну да, не просто так взята была эта игрушка, потому что здесь добавлено к этой схеме, как видите, довольно мощные боссы. И страшные, я бы даже сказал. Жесть, ребят, ну это, конечно, капсула, жесть. Ускорение, быстрее двигаемся. Да, атака. Ну давайте скорость перемещения быстрее будем, потому что здесь нас нам уже пригодится. Песосит. Из-за этого, вот я хотела сказать, опять сейчас вывалится. Редкостная рожа. Ой, лапки падают. Сейчас, может, тут он умрет, наконец-то, и мы что-нибудь... Я, да, надеюсь. Вот, здесь такая вот еще прокачка есть. Один, ну как-то очень не повезло. Да, 10%. Ну ладно, но зато атака будет все-таки чуть-чуть посильнее, как мы видим. Ты относительно... Я завалил, близко, по-моему, да, этого? Стойкий. Вот это что за арка? О, бахнуло что-то, ну и что? Бахнуло и бахнуло, вот этого взрывчатого бы, товарища бы. Есть. Капец, у него 1750, ну, жизни. А что, кстати, опыт... Рассосался, что ли, сюда? А потому что, видишь, эти здоровые... А, может, это вот арка нам... Какая арка? Давайте вот эту, вот да, это, давай. Покачаем. Мы... Ого, молния там прошлась неплохо. То есть молния... Мы прям хорошо начали вот эту молнию качать. Про какую арку ты говоришь? Да там была, крутилась в кустах арка. Я что-то не обратил внимания. Ты видел волну эту, когда я что-то подобрал? Такая... Прилетел по всей карте. Или ты в этот момент моргнул? Да. Ну ладно, бывает. Так, слушай, ну мы его сейчас разгасим. То есть это первый заход. А, кстати, а ты с чего так начал сильно урон ему наносить? Вот то же самое, точнее повторюсь, молнию вот эту цепную взял. Нет, я поняла, но она неужели стала такая мощная? Наращивается. Что-то она резко. Ну еще нам там дали немножечко какого бонусов, когда он вот близок эта тарелка к тому, крутилась. Чтобы разгаситься. Но тут еще и всякой фигни лишней. Да и мы-то, кстати, не вот что супер живчики. Опыта нам не хватает. О, вот тут. О, бахнуло. Все. Один из боссов вальнулся. Сейчас нам еще дают какую-то шляпу. Два фрукта. Окей. Странных. Хорошо. На мощность дали. Ну теперь мы вообще. А, вот может эта фигня как раз собирает, или что она такое делает, а тут синий полетел. Вообще, как бы, смотришь в первый раз. Смотрю, так, книгу вижу. Ну, огонь, я бы дальше качал. Он как бы вообще тут. Слушай, нас вообще убьют. Я тут хотел показать других персонажей. И, кстати, если вам понравится игрушка, мы с удовольствием. Тут еще уровни есть, простите, я просто. Да, я попробую. Да, да, Юль, мышкой крути, просто куда тебе бежать, и все. Эй! А тут что? Если сейчас следующую катку... Прокачка-то есть? Как? Сохранилась, конечно, есть. Вроде. Куда она делась? Не, блин, игруха прикольная. И вообще можно дальше полупиться, посмотреть, что. Здесь есть. Юля, это тупик, походу. Ты уверен? Ну, я думаю, да. Сейчас я обойду их и соберу... Ну, мелочуга. Ой, катится! Нет, что-то, Юль, ты... Ну, ты сейчас начнешь, если что, эту... Так, смотри, ну, нормально я... Тысяча слизней мы уничтожили. Обхожу, ну, это, видишь, у меня хитрый план. Просто, вот сколько их на экране? Так. Да, Юль, тебе надо бы пора сейчас, за вот прокачкой. Спереди. Сейчас я вот тут обойду и буду круговая собирать. Он между можно пройти. Что интересно, здесь у каждого персонажа и скинчик разный. И, ну, в принципе, как Vampires, наверное. Я давно не играл, надо будет посмотреть, стряла, что там нового. Ай. Блин, под взрыв попало. Это печально. Ой-ой, а они тоже тут, видишь, уже не влазят с этой стороны где-то. Ого, ого! Сейчас, вот смотри, эта цепная. Ой, сейчас прокачиваться будет бесконечно. Как
Как тебе? Еще одна цепная. Берем? Да, вот это какая-то супер крутая. Вот погоди, это? Атака имеет шанс создать каких-то вот штучек 3 секунды. Ну возьми вот эту золотую и бери еще просто. Ой, блин, там их там разнесло. Мне... Юлю, братва, что за звуки? Что-то мне не нравятся эти звуки. О, башка витая какая-то скотина вышла. И что это такое? Жесть. Как будто не делится порой уже. Опа, а там босс делится. Че, реально? Слушай, я понял, чем эта игрушка всем так очень зашла. Я трейлер видел, как бы то, что там масса всего. Но это, конечно, поражает. О май гад, о май гад, о май гад. Там где-то прокачка еще сверху, Юль. О, шикарно, еще одна будет. Че, выбираем? Молния еще есть. Стой, погоди, радиус всех предметов увеличивает. Ну, это вот... Берем? Ну, я не знаю. Нет? Давай, может, прокачаем дальше молнию, просто даже интересно. А какой-то еще запуск? Ой, Юля, хорошо. Видишь, молнии там драконит. Еще бумеранг иногда вылетает. Но так. Не всегда успешно. Обходим, о, обходим, молния, обходим. Молния, молния. О, Юля, еще прокачка. Я думаю, ты успеешь еще увидеть один уровень в любом случае. Но прям специально подпирает, чтобы тебя уничтожить. Так, а так иметь шанс один грязевой какой-то... грязевую атаку сделать. Атака у тебя быстрее на 10%. Это третий. Первый еще что-то. Ну, короче, выбираем шанс. Что-нибудь. Давай первую. Прокачаем. О, хорошо. Хорошо сыпет, 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 сыпет хорошо прям. Ой, как хорошо сыпет. Тут тебе повезло, что вот эти камни еще. Ой-ой-ой, окружение, так. Окружение. Здесь взрывчатый, аккуратней. Так надо по нему бахнуть. Ну, в том смысле, что не заходи потом взрыв. Смотри-ка, как ты держишься, молодец. Хотя у меня всего. Блин, где-то всему зло вообще офигенно еще, вот хочу сказать. Так, музыка, мне сейчас вот тут... прокачечку бы взять. Я думаю, ты набьешь сейчас. Набьешь. Так. Так. Project Tiles, то есть еще есть дамаг. А, это что такое? В призраков 2% могут. Да, 5 секунд. Дамага всем окружающим. Возьмем. Ну, давай. Ну, это шанс, конечно, наверное, небольшой, но что-то такое, типа, впечатляющее. Ох, там что-то какая-то... Вон, смотри, вон, дух, призрак. дух. Да, он бьет, да, он прям даже в толпу заходит, я бы сказал. ХП, о, вот это жесть. Еще звук такой. Так. Юля, они, по-моему, как будто ускорились. Ну, жесть. Этот звук, еще вышел босс, который делится, кстати, держись вот от него подальше, да. Так, нам надо собирать. Комбу, что ли, тут 31, 32, снизу столько было. Я понимаю, но мне надо обойти. Ой, не обойдешь, наверное. Обойду, обойду, обойдешь, обойду. Смотри, ой, там сыпется, сыпется. Блин, тут противников, конечно, какая-то адская. Так. О, может быть, даже успеешь одну прокачку. Ой, чем дальше отводишь, тем быстрее несешься. Смотри-ка мышку еще. Так. Прикольно ее оформили. В виде точечки такой. Вон там, это? Что-то там такое. О, смотри, там большой стал этим призраком. Сейчас прокачка будет. Yes. Так, хаггер какой-то. Да, дерево блин, дает шанс кластер разорваться на какие-то шарики опыта. Или вот еще что-то интересное. Ну, это какая-то пила. В принципе. Вот видишь, есть projectile, то есть это пассивка, а это, короче, за тобой шлейф. Ну вот я не знаю, может быть, ну, вот или это выпускалка. Взять? Ну давай, или. Ну давай, давай посмотрим, что нам надо. О, видишь. Типа с тобой еще пила есть. Которая, может, не супер сильная. Ну ты сейчас еще, я думаю. А ее можно же прокачивать. Ну, естественно. Но вообще эти жанры прям берут. Так. Что-то не может, какой-то еще супер. Ну давай, может быть. Шанс там что-то вообще развратить табло как следует. Слушай, да, тут улетел даже. Гайя. Ой, это что за тварь? Они еще взрываются, имею в виду. Не, ну это трэш. Так. Ой, Юль, тут опыта прям просто. Да я вижу. Так. Так. Чейн. Давайте. Давай, докручивай, пусть уже там дохнут все, как говорится. Но их так тут вообще мало. Ой, сколько насыпано здесь. Блин, застрял. Деревья, да, могли устроить неприятную историю. Так. Прям такой дронбас что-то бацает хорошему звуку. Такс, аккуратненько. Чилить можно в этой игрушке. Да, пила ушла, прикинь. Тебе что-то показывать ему, где босс находится. Фу, успею, ой, успею. Все. Это как прокачалось-то. Такс. Дальность выстрела последняя. Третье, экстра демедж. Станить можно.
возьми. В принципе, вот, вот, о, оно собралось тебе все, отлично. Так, супер. Атака имеет шанс какой-то Hailstorm. Так, шанс Experience с 5 до 12,5 опыта последнего. Ты можешь вот это взять? Да, ну можно. Хотя, не знаю, выживешь ты с 0,2 жезой. Вот подхилиться. Видал, как бы. О, пила вернулась. Слушай, ну это, конечно, огромное. 0,2. Ой, это жесть. Опасно все выглядит, конечно. Я не знаю, как можно было столько выжить. С таким количеством жизни. Ну, вообще просто. Ну и мы с тобой. Это первый запуск. Просто тут очень аккуратно. Молодец. Блин, они. Ну это вот то, что вокруг. А 0,1. Одна тычка тебе осталась. А, блин. Тебя задел что-то. Чуть-чуть, блин, да. Блин, опыт что-то вообще как-то сыпет, как бы. Мало. Оно хотя и больше тебе теперь приносит. Аккуратней. Ой, очень опасно было. Так, вот надо. Эти опасно, они когда взрываются. Ой-ой-ой, вот сейчас хорошо бахнуло. Но тут. Так, вот как-то надо собрать. Опыт. Ой-ой-ой, опасно. Что-то прям на тоненькую. Вот здесь еще опыт есть. Ну тут. Ноль! Видать, теперь-то как бы, ну, совсем плохо. Эй, я же ушла! Артефакт убежала. Открыт. Круг самоконтроля, да, какого-то. Какой-то. Можете прицеливаться. Интересно. Ну-ка. Короче, грух-то классная. Одну секунду, я хочу посмотреть. В общем, смотри. А, это разработчики. В апгрейды. Супер молодцы. Так, хочется посмотреть, да, что здесь. Это еще прокачка, у нас 75. Мы можем еще экспириенс. Стражи плюс 5. Интересно. Ну, допустим, это не столь так, важно. Вот еще энциклопедия врагов, да, или что? Ну, тут, во-первых, персонажи, противники все вот наши появились, которые можно почитать, что вон, они делают. Вон, еще смотрите, сколько предметы, мы не открыли. Конечно. Так и более того, смотрите, ну вот это понятная штука есть, можно с собой бонусы брать. Так вот, еще персонажи. Здесь есть такое, это нужно что? 25. Что это мы так мало? 25 всего. А, вот что-то здесь. Ты сделать. Тут видишь разные. Вон, смотри. 25 тысяч. Да, здесь 25. 28. 8, что это такое? Total каких-то runners. Может быть, определенных персонажей. Здесь нужно мумсу каких-то уничтожить. А вот это почти вот комбо. Мы, да. Комбо. То есть, в принципе, персиков тут всяких дофигища персонажей. Я не знаю, как сказать. Я бы побегал еще в эту игрушку, естественно, если вы хотите. Поэтому пишите. А что я не... А, я теперь стреляю. Блин, ну это такая себе штука. Погоди, одну секунду. Да, стрёмная. Я в ВСД могу управлять, стрелять рукой. Ну, слушай, это тоже интересно. Блин, ну там было удобнее отчасти. Хотя ты можешь выбрать перед собой, допустим. Хочешь так, хочешь так. Ну, интересно. Короче, как говорится, фиговых игр не пока. Поэтому не забывайте поддерживать хотя бы лайкосиком. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока. Пока, да.